Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы слышите уже звук такой, то значит мы играем в Half-Life 1. Все присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек, не забывайте про лайки. А мы погнали. Короче, тут... Чего? Стоп, а я чё, типа... Не то сохранение загрузил? Да, видимо, да. Ладно. Подожди-ка. Ну чё за... Синтез. Ладно, сейчас разберемся, секунду. Чего? Куда? Делись... Нормальные сохранения, я что-то не пойму. Ничего не пойму, а куда сохранения делись? Чё за... Задать жару. Так, а есть у меня главу начать задать жару, нет? Пять, шесть. Здравствуйте. Это система защиты H и F модели 4 для использования в агрессивной кризис. Вы издеваетесь? Я не буду отсюда начинать. Идите в жопу. Что-то слишком далеко. В смысле 45? Почему... Короче, сейчас, секундочку, ребят. Так, короче, я сделаю, блять, иди нахуй, ёбок. Короче, что я хочу показать, здесь, иди нахер. Подожди-ка. Вот, мы где-то начинали отсюда. Короче, что я хочу сказать. Вот. Моя знакомая, ей понравилась моя... эта игра, и она назвала вот этого чертилу, не вот этого, вот этого, Крабик. Да. Пусть он называется Крабик, и эту серию я тоже назову Крабик. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобнее. Этого, конечно, можно было пустить на мясо, но да ладно. Хрен его знает. Так. Я сразу сохранюсь. Стоп. F6. Вот. Чё еще хотел сказать? Мне бы хп как-то пополнить. Короче. Да, капец. Тут у меня вообще ничего не густо. Так. Чё еще хотел сказать? Я, наверное, не буду этот стрим делать длинным. Так, на этом этаже ничего нету, да? Короче, что с этим чертом надо делать? Я думаю, вы уже догадались. И в жопу. Так. Я вот не знаю, мы на той стороне были? Вот на этой. Наверное, да. А может и нет. Во, отсюда было, наверное, сохранение, да? Вот, я не буду... часто все комментировать, просто потому что не вижу смысла. Некоторые скажут, что у меня плохой микрофон, или игра тихо, или куча загрузок. Просто в чем суть? Ребят, я хочу вам что-то показывать.
А если я могу что-то показать, то это хорошо. Вот. Если бы я ничего не мог показать, вот это было бы плохо. А так как есть возможность вам показать... Бонзай! Обнаружен тяжелый перелом. А я тут был? Я не помню. Короче, нам нужно сделать так, чтобы... С тем говняком что-то случилось. С крабиком. Так, подожди-ка. Я уже, кстати, ничего не помню, но если вдруг... Да, если я вентилятор включил, то значит, блядь, это сохранение, когда я вентилятор включил. Ладно. Куда, сюда ебашить? По-моему, да. Короче, я не знаю, в чем прикол. Я, видимо, когда играл без записи, я тут уже пробегал. Но тут ничего особенного не происходило. Тут была куча долбоебов. Да, я... Не могу шутить по-другому, так что сорян. Так, стоп, подожди, я нам сюда? Походу, да. Так, и по-моему, тут я включал эту херотень. Мы ее включили, свалили сюда. Да, вернулись обратно сюда. То значит, нам на другой уровень. То есть назад. И куча загрузок. Ну да ладно. Короче, в чем суть? Нам надо все активировать, а валить, значит, мы должны... По-моему, куда-то сюда. Еще ниже. Так, и вот как бороться с этим крабиком, сейчас узнаете. Банзай, блядь. Что-то, кстати, он быстро остановился, блядь. Иди в жопу. Ага, и перепрыгивать где-то здесь. Тут. Что-то как игра подтраивает. Раньше такого не было. Блять, чуть я думал не допрыгну нафиг. Опа-на. Чё? То есть мы уже не вернемся прошлым местом, да? Это печально. Так, а подожди, а тут что-то будет или кто-то будет? Походу, что-то или кто-то тут приседает. Единственный минус в этой версии — куча загрузок, так как это движок Source. Нахер идите. В зоне загрузки. Ладно. Пусть будет ты-тык. Наконец-то. Девяносто пять. Ну хотя бы так. Ну хотя бы он умер своей смертью. Так, а я вот надеюсь, я... И... Вот интересно, что могло бы произойти, да? Допустим. Лестница. Лехомуха. Я не хочу рисковать, ну нахер. Блять. То есть вы догадываетесь, что было бы с той хуйней,
Блять. Ой. Подожди-ка. В крови обнаружена залупа, я понял. Так, подожди, а вызвать можно этот лифт? Нет. Надеюсь, никто не ожидает, что я включу генератор. Все, кто туда ходили, уже не возвращались обратно. Да ты умник. Не возвращались. Блять, радиация, что ли? Сталкер какой-то. Ёб твою же мать. А я помню это тупое место. Кто там плюется, мать? О. Вот чертяга. Блять. Иногда физика работает. Блять, в смысле? Чё это за... Обнаружен тяжелый перелом. Это из-за... Система жизнеобеспечения включена. Ты, блять, издеваешься? Морфий введен. Это из-за этой хуйни так я умер, что ли, или что? В смысле, подожди. А куда? А, блядь, я не хочу рисковать, вот, блядь, нахер. Пук. И слышим веселый звук, да? Блять! Подожди-ка. А нам наверх или куда? Бля, походу да. Подожди. А как к тому попасть? Я тут прячусь и никуда не пойду, пока ситуация сильно не изменится к лучшему. Так что уходи и не говори никому, что я здесь. Мужик, ну как бы тебе скоро придет каюк. Извини, конечно, меня, но я тоже сваливать начну сейчас отсюда нафиг. Блять, и со второй стороны тоже. Иди, твою мать. Блять, куда ты за... Собираешься. В смысле? Подожди. С этой стороны, что ли, надо? Блять! Ну, естественно, я умру. Естественно. Чё, с обоих сторон, что ли, включать? Мужик, прощай. В смысле? А. Блять. Внимание. Внимание, внимание. Подожди, а. Твою мать. Ну, мужик, кукердык тому. Ах, ладно, не увидели мы, как его расхреначило. Внимание, опасный уровень радиации. Это восстановился питание. Мы запустим двигатель прямо сейчас. Блин, да вы такие, это, целенаправленные. Сейчас, не сейчас. Так, подожди, а как нам вернуться-то назад? Как же высоко, мать твою. Блять, а в смысле, подожди. Серьезно? Блять, а как прыгнуть так, чтобы... не разбиться. А вы уверены? А я как бы нет.
твою же мать. Система жизнеобеспечения включена. Твою мать! А нельзя было меня предупредить, что тут током херачат, нет? Это на... Это намек? То есть я должен по физике пройти... Таким задрыпством, да? И это должен быть не один ящик. Факт. Блять. Походу, что факт. Обнаружен незначительный перелом. Вопрос, как я это сделал? Старая добрая халва. Как это работает? Блять. Слушай. Давай, двигай жопой. Слушай, как эти ящики, блядь, двигаются, а? Он чё, приклеился, блядь, или что? Ящик, блядь, приклеился или что? Как они двигаются, блядь? Зато по трое они двигаются, да, такие? Ох, ебать! Давай же втроём двинемся, да? Блядь. Ёбаный кубик Рубика, отвечаю. Ну? Блять, а вот тут, кстати, уже стреляет. Сука, да я сейчас все здоровье, блять, так завалю нахер. Ну, блин, реально не могу без комментариев. Ну что это за тупая херня? Это реально тупая физика. Там вода или мне кажется? А как теперь? Я ж не отключу. Я не пойму, вода повсюду или где вода? Гениально просто. Какой же я нубас, а? Вот как можно быть нубасом, чтобы потратить нихера здоровья, а? Ну это реально нужно быть нубасом. В смысле? Заебись. Что может быть интереснее еще не сдохнуть, да? Так, подожди-ка. В смысле вы не сдохли? Мне сейчас либо пиздец будет, даже если я сейчас... Попробую. Где тут сохранение? Задать жару? Да. Блять. Ты, блядь, куда ты прёшься, нахуй, Гордон? Пиздец. Вот давай ты не будешь мычать мне и говорить, что мне делать, хорошо? Блять. Ну что? Тоби пизда. Друг мой. А нехер было выделываться. Урод. Все?
Был грабик? Нету. Так, подожди-ка. Ладно, пофиг. Давайте новым сохранением сохранимся. Опа-на. Этого чё, взрывом задело, что ли? Да, видимо, да. Ну, зато открылся теперь проход. Да. Проход в Гнарнию, да? Благо, что так и есть. Ёпарасы-то. Воу-воу-воу, подожди-ка. Я ж надеюсь, no problem, да? Ой, блядь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блядь, это было резко. Опа-на. Вот интересно, что может быть страшнее прохода, да? Так, подожди. А! Подожди, а... Блядь! Положи. Положение! Какое нахуй положение, блядь? Тупая пизда. Положение, блин. Чё кислород так быстро проходит? Вот серьезно, блин, я не понимаю. Ебануться. Вот куда топать? Тут же... Блять! Положение! Какое положение, тупая ты дура? Блять, он же там не пролезет. Фу, блять. Так, мы еле вылезли или мне показалось? Подожди. Или тут один проход? Ладно, будем думать, что тут один проход. О, блядь. Слава яйцам. Хоть, блядь, какие-то блага. У-у-у. Красиво, красиво. Понятно. Броня больше, чем аптечка. Гениально. То есть мы всегда будем сосать. Сосать. Да. Зато к дробовику. До хера патронтосов. Как всегда. Всякое не очень оружие. И куча патронтосов. Так, подожди-ка. Идем, идем. Друзей зовем. Так, подожди-ка. А... Что нам делать-то тут надо? Идти сюда. Обнаружен незначительный перелом. Ты долбоёб? Что за тупая тут физика? Обнаружен незначительный перелом. А, вот что это значит. Хоп. Най-най-най. Так, я пытаюсь как-то разнообразить. Обнаружен
тяжелый перелом. Не нравится мне все это. А я мог этого избежать? Полагаю, что нет, да? Там кто-то есть? Видимо, нет. Ну а чё, гранаты-то тратить-то надо? Правильно, ребят? Опа-на. Походу, я аптечку нашел. И не одну. Так. Все это, конечно, хорошо. Так. Что-то мне не нравится. Нет. Блин. Оп, твою же мать. А это уже круче крабика, сука. Куда же бежать-то, блядь? Мама. А это он тот проход наебнул? Бляха-муха. Или тут проходов уже будет несколько? Слушайте, эти, блин, как его? О, полегче, парень. Он мечтает все разрушить. Блять, ты... Да, блять. Вы серьезно? Это трэш какой-то. Здесь какая-то полнейшая дичь происходит, я отвечаю. Мистер, вы могли бы включить то, что этот поезд отвезет нас прямо наверх. Я бы и сам попробовал, но до генератора не близко. И там по пути эти вещи. И все, да? Мы, короче, эту катку не вывезем, да? Да, мужик. Ага. Нет, я неправильно. Сначала надо... Блять! Тихо. Ёпарасоты. Так, а чё ж нам тогда делать-то? Сдохни, сучки! О-о-о! Да иди твою колотить, а! Сколько там, 59-92? Этот... Вот с этой игрой? На, блядь! Шайтан, ты чё? Воу. Слышь, малой, а ты не наглеешь? Нихера себе наглый пацан. Леха-муха. Да иди твою, тиже пассатижи, а? Блять, уже реально не смешно. Ух, ёпарасоте, а. Блять, а с какого оружия мне их... Ебонькать-то. Блять. Так, то есть он сам себя вроде убил, да?
Так, ну тут я знаю, будет то, что я не ожидаю. Подожди-ка. Так сейчас будут снова эти сраные военные. Так вот где? О, а можно было автомат парня забрать, не? Ну ладно. Оу. Я что-то не хочу туда лезть за автоматом. Блять! Да что за тупая конструкция, сука? Куда побежал? Блять, в смысле ты? Воу. Блять. Твою же мать. Блять, опять дробовик, вы издеваетесь? Фух. А мне вот интересно, для прикола, я хочу... Чё, блять? Что за прикол? Я одну теорию хочу проверить. Обнаружен тяжелый перелом. Так, подожди, а где? Внимание, в крови обнаружено УВИЧ. Блять, серьезно? Требует. Подожди, я хочу. Что за прикол? Подожди. А ну заработает сейчас это? По-моему, да. Внимание, о, мы автомат подобрали, зашибись. А кто кто? Вот мне интересно, какая херня... Где она стреляет, что та херня стреляет в нас? Мне вот просто интересно. Откуда она? И так далеко, кстати. Это очень странно. Так. Ладненько. Ага. Блин, ну там эти уродцы. Так, одного я завалил. Это хорошо. Блять, их там чё, сколько там их? Блять, в смысле перезарядка, блять, не вовремя. Ёбаный в рот. Сколько вас тут? Было. Ах ты сука. Хитрая тварь. Блять. Нихуя себе тут движухи. Блять, это тот хотел. Это, сука, та тварь хотела мне отомстить, мразь. Бляха-муха. Блять! Вы издеваетесь, а? Да сдохни, мразь! Сколько вас тут? Хера тут поворотов, блядь. Понятно.
Я снова немного посасываю. А может быть даже много, да? Так, подожди-ка. Тут ничего. Надо было все-таки эти ящики валить. Так. Ага. Эти взрываются, те тоже взрываются. Ничего нету. Это грустно. Что там ничего не было. Так, вот уверен, что если я сейчас нажму кнопку, какая-нибудь херня Ёпрасете. Блять! В смысле? Блять, ты издеваешься? Граната. Блять. И чё? Блять. Вопрос-то в другом. Ты не должен это делать, сучка. Ты не должна это делать. Блять, вот прикол. Блять, сколько этих тварей тут. Это ж пиздец просто. Иди нахер. Он дробовик и понадобился против этих писюнов. Так. Писюны, вы нас называли, писюны, на пизду обрекали. Ага. У меня вопрос. Так только мне башен, да? Так, а тут что, надо успеть прыгнуть, что ли, или что? По-моему, нет. По-моему, там что-то... Блять, я забыл, что тут эта херня плавающая. Быстрее. Иди в нахер. Нахер иди. Зомбидзе. Так. Подожди, а то, что я ток дал, это правильно? Подожди. По-моему, да. От слова «по-моему». А вот интересно, те уроды, они... Опа-на! Сработало! Нифига себе! И автоматики подобрал. Моя теория верна. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ребята. В смысле, подожди. Воу. Бля, я тупой. Еще тупее. Моя тема
Ассамблея. Так, подожди-ка. Вторые же не придут? Было б тупо. Блядь, да что такое? Я что, вечно должен ждать? Ну да. Ах ты сука. Куда ты? Блять, им в бошки надо стрелять по-любому. Ляха-муха. Че, опять снова эти товарищи появятся, да? Блять! Сука. Так, подожди-ка, эти товарищи-то появятся, а как их валить-то? Мразь. Ты посмотри, какая живучая, блядь, падла. Куда он сбежал? Куда эта тварь сбежала? Слушай, они как крысы, я отвечаю. Вот я уверен, сейчас либо крыса это прибежит сюда, либо появится там, где скрип захотел, да? Где эти крысы? Хотя бы патроны есть к этому. Блять, вот опять сейчас приколы начнутся с этим говнососом. Твою же мать. Кстати, бегать по локациям это единственный минус старой Half-Life. Во второй как-то там более покруче локации. Да, понятно. А, вот. Я не могу, лучше идти без меня. Так, ты не можешь, окей, а мне завалить этого нужно. Так, подожди, а я отсюда я допрыгну? Или нет, подожди. По-моему, да. Такс. А теперь самое сложное. Заманить этого потом хренососа. Подожди, а что внизу? Понятно. Внизу ничего, да? Черт. Он же сюда не пойдет? Ему тут надо включить эту штучку. Блять. Подожди-ка, подожди-ка, а как эту штучку ему включить? Сволочь. Эй, хренасос, я тут. Хренасос. Давай, распидорась его, ну. Все, проблем-то. Был чувачело. О, меня не надо. И нет чувачели. Физика, хули.
Мясо, оно и в Африке мясо. Так. Ага, пробьется только этой штукой, да? Воу. Ты зря сделал. Ладненько. Ладненько, шоколадненько, да? Так. Столько времени мы потратили только на то, чтобы загнать эту вагонетку. Пока, чувак. Ты еще не умер, ну да ладно. Так. Нет, нам больше нельзя халву ловить, да? Воу. Этот мод, он, блин, в каких-то моментах топорной. Не знаю почему, но некоторые моменты тут тупо раздражают. Не знаю, как это объяснить. Это надо играть. Так. А тут, по-моему, будут еще какие-то ловушки, да? Потому что как можно без ловушек-то, да? Я же догадался. Здорово. Фримен, я ждал вас. Один из ваших ученых просил передать, что вы должны переместить вот эту железнодорожную систему на какую-то там спутниково-ракетную систему достать. Я не знаю точно, где это, а тот старый парень так спешил выбраться оттуда живым, что не сказал мне сложность в том, что военные отменили старт. Так вот, поэтому, когда найдете ракету, вам надо пройти на контрольный пункт и запустить ее сами. Вы что-то еще там говорили, что кому-то этот спутник нужен на орбите, ну, если они вообще готовы это разберут. Ракета, спутник, туды-сюды, да? Ладно, мужик, спасибо. А мы... Чего? Ты что, ловушки, что ли? Жопа. Ё-моё. Что-то мне очково. А куда ведут эти рельсы-то? Тут вообще электричество нафиг. Воу. А тут какая-то трешня происходит. Подожди-ка. Погнали, 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 быстрей. Так, стоп, стоп, подожди. А, подожди, сюда что ли? Тут же тоже что-то есть. Или как? Или это нас назад вернет? Подожди. Там какие-то... Блять, я дебил. Подожди-ка. Там какие-то приколюхи были. Так, подожди, приколюхи-то были. А что за глюки с водой? Ты чё, какой-то этот? Бонусы? Опа-на. Тут какие-то глюки с водой. Получается, раньше их не было. Почему они, хрен его знает. Так, подожди. Стоп, еще тут что-то, да?
Остановись ты. Тут еще какие-то приколюхи. Так вот, получается, тут какие-то очень быстрые действия, и они мне не нравятся. Я не знаю, как эти быстрые действия объяснить. Но иногда персонаж двигается очень быстро. Так, а я вообще... Воу. Воу. Сюда топаю или нет? Ага. Стоп. Не понял, а он что, не живой? Какого хрена, я убил его или нет? Подожди-ка. Что тут с балансом оружия происходит? Ну. Ага, тут еще и эта тварь. Пока. И подожди. Если это ведет туда, то нам надо, наверное, в другую сторону или как? Я почти запутался в этих путях. Вот реально. Стоп, ты хоть... Стоп, ты еще хочешь сказать, что он ни хрена не может ехать прямо? Воу. Не-не, ребятки, мы вас объедем, вы достали, ребятки, да. Я вас трогать даже не стану. Тут мы сейчас чуть ли не запутаемся в этих путях. Ладно. Воу, я вечно забываю, что тут это, переход. Да блин, я что его... А почему он не слушался в прошлый раз? Чё за прикол? А-а-а, понятно, нам всё-таки там надо оказаться. Тогда едем вперед. Бля, там пулеметная вышка была, сука. Там мы не пройдем, там мы тоже не пройдем. Что это было? Блять. Капец, в тот раз к тем тварям это не добавилось. А почему? Меня же вверх сейчас потянет, по сути, да? Ой, как я все забыл, а? Как я здесь все забыл? Ага. Так, ладно, хорошо. А, дробашек... Возьмет. Хорошо, дробашек взял. А в воде что-нибудь есть? Подожди-ка. Энергия. О. А чё? Блять.
Что у меня вечно с патронами какой-то голяк? Чё, блядь? Я не могу магнум взять? Серьезно? Ладно. Ох, я вот не помню, что дальше-то будет в этой системе. Чё? Подожди. Там же в ящиках, наверное, что-то есть. Стоп, а я поднимусь потом или нет? Энергия установлена до 55%. То есть ради 50% я шел туда, да? Подожди-ка. Не видит. Серьезно? Энергия восстановлена до 70%. Так, ну тут какая-то трешня. Не ты трешня. Другая трешня будет. Так. Блядь! Валим. Блядь! Это прям как эти. Теперь мы отодвинули ту херню. Блин, мне бы еще помнить, как туда вернуться. Так. Подожди. Ага, гранаты все-таки нам нужны были, да? Хотя бы так. Так, он вроде как утонул. Стоп, там энергия. Нет? Или он энергетический? Бля, мне реально показалось, что там энергия. Ладненько. Загрузка. Ой-ой-ой, я даже не знаю, что сейчас будет. Блять! Пидорас! Нифига себе, на последнем издыхании я этого... Блять. Говнососы. Блять. Сука. Ты гранату, мразь, кинул.
Думаешь, я не могу? Уебан. Сучка. Ебаторский урод. Процентов, блин. Да, они неплохо, в принципе, выглядят. Эти чуваки. В новом движке. Так, ну подниматься нет смысла. Так, они эту херню сломали, получается, да? Это плохо. Твою мать. Блять. Внимание, состояние критическое. И где этот говносос? Сука, может ты сдохнешь, нет? 20% урод мне оставил. Чё за говносос? Ворота я открыл. А чё толку, что я ворота открыл? В смысле? Да, блять, заколебали, еще вас не хватало, а? Говнососы. А что это за место-то? Нам же вроде как не сюда. Чё, серьезно? Подожди, а я же приколюхи-то не соберу. Не, мне кажется, такой вариант не прокатит. Мне в любом случае вагонетку сюда гнать. Интересно. Фу, блин, ну это пиздец. Мне в любом случае могут. Ты заебал! Блять, а не только ты заебал. Блять, ну это не катит. Вот так катит. А в прошлый раз я что-то лажанул. Так. Ебать, хули вы думаете, я не пойму.
думаете, блядь? Двойной выстрел их хорошо берет. Блять, еще зона загрузки, вы серьезно? Так, ну вартигонты, судя всему, сражаются с теми говнососами. Тут ловушки. Хули ты прячешься? Обнаружена кровопотеря. Энергия восстановлена до 65%. Блять! Как же мне их обмануть? Серьезно, не взяло? А нет, взяло. Ух, япона мать. Они что, всех солдат ебанули? Серьезно? Вартигонты ебанули всех солдат? Жесткие вартигонты, однако. Так, хорошо. А что я мог тут профукать? Ничего? Так, хорошо. Это я освобождаю себе это. Блядь, я нахрена я пешком пошел? Я чё, дебил? Блядь! Ой, блин. Стоп, а... Мне тогда и правда, что ли, для вагонетки место освобождать нужно? Ой, блядь, я помню это место. Тут жестко будет. Как на эту сторону прыгнуть? Блядь! Хера себе, ты живучий! Пёс! Ну, исход мог быть, конечно, другим. Такой исход меня устраивает. Блять! Слышь, ты не охуел, Вася? В строю. Извините, сэр, но я больше не могу. Блять. Да блять, ну в смысле, как я с автомата не мог в них попасть? В смысле, как? Это какой-то трэш. Это какой-то трэш, реально. Фух. А,
Это же уже скач будет, да. Так. В смысле? Пошел нахер, товарищ. Да, кстати, нам в любом случае его надо было с этой стороны завалить. Так, подожди-ка, с той стороны надо эти разрушить. Во! Другое дело. Зато ловушек теперь по пути не будет. Так, подожди-ка. Продуманная игра в этом плане, чтобы больше не было всяких ловушек. Так, подожди-ка. Так, нам получается сюда, да? Так, мужик, а ты нам жопу нам спасешь? Нет? Ладно, я прикрою. Прикрыватель. Я бы хотел перечислить на старших инвалидов. Так, тебя током не долбанет по пути, товарищ? Фу, хоть патроны да, собрал. Один из этих ребят мог бы разворотить все и похлеще. Разворотиться? В каком смысле разворотиться? Так, вопрос, а как эту штуку убрать? Блин, ну вы только не говорите, что я не туда пошел. Блин, вы серьезно? Я чувствую засаду, лучше быть поосторожнее. Ох, я еще и не туда пошел, да? Зашибись. Блин, а как мне на туда допрыгнуть? Куда ты прыгаешь, идиот? Так, а получается нам на какую сторону, чтобы открыть проход? Ты что, нам реально на ту сторону топать? Вот на эту? А что тут? Ну тут же проходы позакрывал нафиг. А, то есть я теперь не идиот, а должен вернуться к вагонетке, да? Так, хорошо. Чего? Вот, все, я понял. По-моему, я разобрался. Куда нам ехать? То есть, получается, в любом случае у нас точка соприкосновения где-то здесь, да? Так, очень интересно, подожди. Если точка соприкосновения здесь, то значит, хер его знает, да? Ты серьезно? Стоп, да ну нафиг. Это было слишком... Чего?
Энергия восстановлена до 60%. Ага. Ну, до того чувака мы никак не дойдем. Это было слишком легко. Интересно, они там что-то прячут? Или мне кажется? Нифига. Карл, они ничего не прятали. Как же так? Ну ладно. Я бы хотел добраться до того, кто во всем этом виноват. Блин, это-то понятно, мужик, но... Стоп, она же дальше не поедет. Наша удача не может быть вечной. Ну? Она дальше не поедет, ну? А ты ж Карусом, что ли, или чё? Что делать-то? Чё-то я немножко не втираю прикола. Ёпарасы ты. Мужики, вы серьезно? Ты, Вася, иди в жопу. Чего? Новая приколюха? Серьезно? Этот прикол. А, это мы спустились. А, то есть мы вроде бы как убили его, да? Да вот чёрта. Угу. Так. О, сейчас я сделаю два сохранения. В принципе, по факту. Вот. Вот. В принципе, всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Всем до новых встреч. С вами был Денис. Мы прошли крабика и дошли вот до ракеты, чтобы ее запустить. Всем всего хорошего, всем удачи. Всем пока-пока.